Здравствуйте, меня зовут Яна Владимирова, я куратор направления ЮМУ в открытом университете. Что университет для меня? Университет для меня в первую очередь это пространство, это место, куда ты можешь прийти, получить образование, получить, возможно, правильные вопросы для того, чтобы понять свое предназначение, увидеть его в себе, пробудить. Моя уникальность как курирующего направления ЮМУВ — это спортивное направление, это здоровье, это красота, это тело. И моя уникальность скорее в том, что я ищу это для себя. Я действительно уже более 5 лет после ЦИГУН, после того, как познакомилась с практиками ЦИГУН, начала в себе осознавать больше. И мне кажется, что именно это помогает достигать результатов во всем, чувствовать жизнь вокруг тебя намного ярче, намного сочнее. И мое предназначение, мне кажется, помочь увидеть окружающим вокруг меня людям, увидеть, что они тоже это могут, они могут жить ярко, они могут жить здорово. И здоровье ЮМУВ как раз об этом. ЮМУВ о движении. И мне кажется, что вокруг нас на сегодняшний день очень много движений. Мы живем крайне быстро, мы должны быть эффективны, но мы чаще всего не замечаем красоты вокруг себя, жизни, наслаждения не получаем от того, что делаем. И моя главная задача — это помочь человеку чувствовать на 100%. Зачем я миру как профессионал? Я предполагаю, что каждый человек в этом мире очень ценен. И себя я тоже считаю ценным экземпляром в мире. И я уверена, что я могу достичь профессионализма в каждом деле, которым занимаюсь. В данном случае я занимаюсь здоровьем. Я хочу достичь профессионализма в этом. Я действительно хочу, чтобы люди, взаимодействующие со мной и с моим направлением, были сильнее, были здоровее, и они получали именно ту энергетику, которую я посылаю, которую они могут в себе увеличивать. Зачем то, что я делаю в открытом университете миру? Мир — это вот в нашем случае это планета Земля, это наш дом, это наш большой хаб, большая огромная лаборатория, в которой мы благодаря природе можем получать неограниченные возможности. И именно человек, который пользуется этими возможностями, он может не только их истощать, он может их увеличивать, приумножать. И мне кажется, что открытый университет несет в себе целительный элемент, который закладывается в образование, и человек, выходя из открытого университета, он по-другому смотрит на себя, на свои действия, он оценивает влияние каждого своего шага, и именно это выстроит этот мир, нами уже известный мир, планета Земля, выстроит красиво, тщательно, благополучно. И дальше это уже может распространяться на Вселенную, на всю нашу Солнечную систему и так далее. Если говорить глобально. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Яна Владимирова. Я куратор направления ЮМУВ в открытом университете. Моя роль в нем — это как раз заняться... Все. Давайте. Мне кажется, тем... Здравствуйте. Меня зовут Яна Владимирова. Я куратор направления ЮМУВ в открытом университете. Все, я закрылась. Закончилась. И еще идет к нам Ирина.
Ладно, сейчас мы там вырежем. Сегодня пошла. Что ж так? Нет, все, какая там можно вырезать? Да. Так. Возможно? Так? Да. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Яна Владимирова. Я куратор направления ЮМУФ в Открытом университете. Какой там был следующий вопрос? Так, что такое ЮМУФ? А, нет. Что такое U-Open University для меня? Дух, воздух. Боже, мне показалось. Извините. Ну, дверь же откроется, вы услышите. Давайте, наверное, сначала. Давайте.